Доброго времени суток. Вы на канале Дача Лайф, и сегодня мы подводим результат эксперимента по подмешиванию спитого чая, кофейной гущи в почву для высадки рассады. Вот, как мы видим, вот он наш результат. У нас были горшочки под номерами 1, 2, 3. Напомню, в первом, видите, у нас огурчик развился хорошо, основной лист, все прекрасно. Растут сорнячки, ничто им не мешает. Специально не удалял, чтобы показать, что сорняки хорошо развиваются. Вот, корешки дошли полностью. Вот можно показать, они до дна дошли. Все, они есть. Номер два. Видим у нас желтые прожилочки, явный хлороз. Развитие идет слабенько. Что-то как будто мешает растениям. Ну, корешки тоже сейчас повернем. Все, корешки есть. Корневая система замечательная. Даже, как бы, я бы сказал, вообще развивается очень много мелких всасывающих корешков. Но растения заторможены в росте и явный хлороз. Сорняки есть, какие-то остались. Начала развиваться какая-то плесенюга. Но сорняки вообще не хотят расти, они просто загибаются по дороге. Вот просто, если посмотреть внимательно, вот здесь такие вот есть ниточки, да? Они чуть-чуть растут. Вот, сравнить. Одинаковое время прошло, абсолютно одинаковая почва, да? Третий вариант. Номер три. Корней, естественно, вообще нет. Откуда они будут, если растения вообще даже не вышли? Вот они замерли просто. Плесенью покрылось все. И просто вообще развитие полностью. А теперь раскрываем, что это было. Номер один. Поворачиваем. Мы подписывали в первом видео. Это обычный торф. Видите, самое лучшее растение на обычной земле без всяких добавок. Номер два. Разворачиваем. Мы сюда подмешали кофейную гущу. Рост заторможен, хлороз. Явно нехватка железа, микроэлементов. Еще, возможно, азота. Потому что не развивается лист. И номер три. Это уже у нас остается, конечно же, чай. Который просто нам дал бурное развитие плесени. И вообще просто убил рост. Какие хочется сделать выводы? Выводы вообще уже однозначны, что идеальный вариант, конечно, номер один, вообще без подмешивания почвы. А почему? Дело в том, что просто, казалось бы, спит и чай, кофе содержит очень много органики, много каких-то веществ, возможно, там что-то есть. Но есть одно но. И чай, и кофе, растения все-таки от такого, я бы сказал, алкалоидного типа, который содержит кофеин прежде всего. А никто не задумывался, почему эти растения содержат кофеин или какие-либо вот такие вот ароматические вещества. Они содержат их прежде всего для своей защиты, для того, чтобы их просто кто-то не съел. И второй вариант, а может быть даже и первый, это для того, чтобы захватить территорию для своего роста. Этими запахами, этими веществами они отгоняют другие растения и угнетают их рост. Такими же свойствами обладает, допустим, грецкий орех. Манжурский орех, черный орех, даже обычная ель, ее иголки, в принципе, если вы замечали, под елкой ничего не растет. И явно не из-за света, они просто эту почву преобразуют чисто для тебя. Тис вообще убивает вокруг все живое. У них настолько угнетающие вещества. А в ореховых, повторюсь, допустим, в американском черном орехе, содержится такое количество юглона, такое вещество органическое, очень весьма такое агрессивное, которое вообще просто-напрочь убивает развитие всего живого. А у нас здесь что произошло? В кофе есть у нас кофеин. И, естественно, окраска, как и в чае, очень огромное количество танина. Поскольку гуща кофейная, чайная, обработана кипятком в заварочнике или где угодно в кофемашине, она стерильна практически. Ну, ничего стерильного идеально, конечно, нет. Даже при полном кипячении многие грибы и типа сенные палочки бактерии выживают. Но попадая, в основном она все-таки как бы относительно стерильна. Попадая в почву, она является, как говорится, свободной кассой для всех микроорганизмов и грибов, которые находятся в почве. И они сразу же на нее нападают, начинают ее жрать. И вот они на ней успешно размножаются. Поэтому вывод какой? Видите, на кофе тоже. Вот уже пошла плесенюга. А плесенюга — это не что иное, как грибы. Этого еще мало. Ставим в покое грибы. Да?
Когда они, конечно, это все переработают, это все будет хорошо. Но почему у нас вот такой вот недоразвитый лист на кофе, желтенький, относительно такого хорошего зелененького на обычной почве? А виновата в этом как раз-таки именно сама эта гуща, а точнее ее содержимое. Отставим это в сторону. Здесь сделаем импровизированную лабораторию. Дело в том, что в чае и кофе содержится такое вещество, как танин. Вот слева у нас вот это вот, это заварка чая. А вот это вот у нас соли железа, да, которые в таком же виде содержатся в вашей почве. Также содержатся все микроэлементы, молибден, марганец, медь, цинк. Ну, можно много перечислять, тот же магний. Они необходимы просто для роста растений в малом количестве, но они нужны. И вот когда вы берете чай, допустим, ну, вливаю чай, именно вот чай, допустим, решили полить растения, а там есть микроэлементы. Мы его сюда вливаем. Ой, извините. И как видим, раствор стал вообще вот чернуха полная вообще. Вот он был прозрачный, если помните, можете перемотать, посмотреть. Он стал черным. Дали вообще просто черный-черный. Что произошло? Танин вступил в реакцию с солями железа, так же, как с солями других металлов, марганца, молибдена, цинка, там всех остальных, и осадил их в нерастворимую форму. Он лишил землю микроэлементов. Следовательно, вот это вот растение недополучило железа, магния, да, в отличие от вот этого, где не было чая. И даже вот эти вот маленькие дикие растения, они просто-напросто, напрочь перестали развиваться. И результат у нас удручающий получился. Что вот эти добавки ни к чему хорошему вообще не привели, что мы, в общем-то, опытным путем доказали, что это все осаждает. Поэтому, если вы хотите как-то использовать кофейную гущу, либо спитой чай, лучше либо вырастите на нем, скажем, триходерму, какую-то сенную палочку, посадите на нем грибы, или просто добавьте ее в компост, пускай она переработается уже этими нужными грибками и так далее, пройдет там какое-то время, и потом вы уже этот компост будете использовать. В противном случае вот получите вот такой вот результат. Вы просто осадите микроэлементы, и растения будут у вас вот такими угнетенными. Поэтому желательно не тратить свою жизнь вот на такой вот эксперимент. Мы его сделали для вас. И, в общем-то, вот такие у нас результаты. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, будем экспериментировать, будем ставить новые какие-то эксперименты, чтобы вы не занимались это, не тратили время, чтобы рассада у вас была крепенькая и здоровенькая. Всего доброго, до новых встреч, ждем подписки, лайков, комментариев, обсуждений. До свидания.